Приветствую вас на канале, в гостях у заводчика Корги. Гуляем с собаками. Это Тесса. Я не знаю, наверное, ее в принципе особо никто не видел. Но она есть. Тесса. Тесса гуляет с Вангой. Тессу назначили нянькой Ванги. Надеюсь, вы меня слышите из-за сирены. Сирена орет. А мы гуляем во дворе. Немножко дождик моросит, но можно погулять. Джем закрытый, а девчонки тусят. Но! Бегают вокруг меня, как вокруг елки новогодней. Идите гуляйте вместе, гуляйте. Ванга уже и Тессу достала. Тесса начинает уже рычать на нее. Пойдемте. Надо выходить поглядывать за ними, потому что Ванга ж уже у нас тонула. Я не очень-то ей... Да я кому сказала, глянь, прыгают на ноги мне. Гуляйте. Я не сильно-то ей доверяю одной гулять в саду, во дворе. Она у нас любительница поплавать, как оказалось. Боже, что творится, а? Гляньте. О, сколько подснежников. И это ж как подсыхало, мы все убирали. Все равно. Ти-дин! О, Тесса пить захотела. В общем, такие дела. Обостряется ситуация. Ой, тревога за тревогой. Немножко жести, конечно. Но держимся, понимаете, все равно это нужно как-то заканчивать. И по-хорошему, судя по всему, не получается. Да, да, мой хороший, да. Поэтому все правильно, все правильно. Нужно в активной защите, в такой активной, чтобы брусни косточки трещали. Иначе они не понимают по-хорошему. Да перестань, ну ты посмотри, у меня все штаны уже в грязи. Как лошадь, прям прыгает сзади на ноги и все. Идите, я что вас отправила гулять? Бегайте вместе? Нет. Гуляйте. Вот так, да. Вот так. В общем, гуляем. Гуляем. Завтра должны приехать родители. Надо что-то вкусненького приготовить. Нет, не на меня. Вон, на Тессу прыгай. Смотри, какая у тебя тушка. Видишь, жертва тебе какая отдана. Господи, меня эта Ванга уже достала просто. Ну, настолько приставучая собака. Я кому сказала? Иди гуляй. Так, у нас тут творится божье наказание какое-то. Где рысика нету? Рысь где-то дезертировал. Так, пойду-ка я домой. Свежо, прохладно. Так, а вы гуляйте на улице. Гуляйте на улице, я сказала. Нет, Тесса, на улице. Ой. Так, идем домой. Идем домой. О, дома тепло. Немножко. Ой, надо подсветку включить. Едет ко мне фитолампа, мои хорошие. Даже не лампа, а едет, знаете что? Фитолента. Две фитоленты. Сейчас подсветку включу. Две фитоленты по 3 метра. И я решила, что фитолента будет более эффективна, чем фитолампа. Потому что я, во-первых, ее смогу приклеить. У нее длина. Я прям через всю веранду ее проклею по стене. Ой, там Ося ищет еду. И будет классно. Ну, по крайней мере, попробую. Что-то мне подумалось, что это будет эффективнее, чем какая-то лампа одного направленного какого-то, да, света. Показываю. Антуриум, смотрите, из синдапсус вот такой. Красивый. Синдапсус, правильно? Красивенький, варигатный, посадила в один горшок. Но там есть секрет. Там есть секрет. Антуриум, там горшок в горшке, то есть антуриум можно достать. И он там как во внутреннем кашпо, поняли? А в свободном месте там посажен этот синдапсус. То есть такая оригинальная посадка. Вот. Посмотрю, что из этого получится. Но вместе смотрятся очень симпатично. Такие дела. А, вот кофе мой. Вот мой кофе. Так, ну что, кофеек. Увидимся, мои хорошие. Обязательно увидимся. Ой.
Нужно набраться терпения и мужества. Все будет хорошо. Обязательно. Обязательно.